Значит, мы с вами продолжаем лекцию по методам сжигания. Значит, суть методов сжигания, основанной на термообработке смеси необходимых исходных компонентов, взятых в легко восстановительной форме, и горючего, в качестве которого обычно используют такие органические соединения, которые легко окисляются и не вносят загрязнений в получаемый продукт. Это глицин, лимонная кислота, мочевина и другие. В процессе сжигания происходит выделение большого количества газообразных продуктов, которые разрыхляют исходные компоненты, позволяя получить керамику в мелкодисперсном состоянии. Это все, что касается методов сжигания. Но мы с вами разберем вот в этих методах глицин-нитратный метод, метод печей, целлюлозно-бумажную технологию, значит, пиролиз полимерно-солевых композиций. Ну и, наверное, на этом все. Да? Значит, вот первый метод, глицин-нитратный метод. В данном методе роль органического топлива играет глицин, аминоуксусная кислота. Она же выступает в роли бидентатного лиганда, с которым большинство двух- и трехвалентных металлов способны образовать более или менее устойчивые комплексы. Синтез сложного оксида по глицин-нитратной технологии проводят следующим образом. Растворы нитратов металлов, взятых в стихиометрических количествах, необходимых для синтеза сложного оксида или твердого раствора на его основе, смешивают с глицином. Затем смесь упаривают. После испарения избытка воды реакционная смесь переходит в гомогенную сиропообразную жидкость. При дальнейшем нагревании смесь самовоспламеняется и в процессе горения происходит формирование частиц оксида. Самовоспламенение происходит при температуре. Температура самовоспламенения от 150 до 900 градусов. При этом значение температура зависит от состава синтезируемого оксида. Реакция протекает быстро и очень бурно. Процесс идет в самоподдерживающем режиме и завершается, когда топливо полностью заканчивается. Температура пламени варьируется между 1100 и 1450 градусов Цельсия в зависимости от глицин-нитратного соотношения. Полученный рыхлый и очень легкий пепел содержит продукт реакции, не прореагировавшие простые оксиды, сажу. Газообразными продуктами реакции являются углекислый газ, азот и пары воды. Большое количество газов, выделяющих при реакции, приводит к диспергированию твердого продукта, в результате чего возможно получение последнего размера частиц порядка, значит, десятков сотен нанометров. Наиболее мелкие частицы получаются при избытке глицина в 1,25-1,6 раз по сравнению со стихиометрическими. Именно в этом случае реакция идет в режиме самого распространяющего высокотемпературного синтеза. Температура пламени достигает наиболее высоких значений, а время синтеза резко сокращается. Глицин, помимо того, что является топливом, также взаимодействует с ионами металлов в растворе, включая их в свою структуру, что повышает растворимость нитратов и предотвращает выпадение осадков
при испарении воды. Также он способствует одновременному формированию оксидов металлов в едином температурном интервале, в результате чего реакция формирования сложного оксида протекает в области температур распада реакционной смеси. Из-за малых размеров частиц оксидов время совместной диффузии резко сокращается. Этому также способствует высокая температура в зоне реакции. В литературе имеются десятки статей по глицинитратному синтезу хромитов, кобальтитов, ферритов, галатов, купритов, манганатов и других сложных оксидов, а также твердых растворов на их основе. Например, синтез допированного галата лантана состава, вот вы видите этот состав, с х равной 0,25 тысячных, 0,05, 0,75 тысячных, 0,1 проводили по реакции. Значит, брали азотно-кислый лантан, значит, прибавляли азотно-кислый кобальт, азотно-кислый галлий, значит, и, значит, глицин. Да? В результате пепел, полученный после самовоспламенения, значит, пепел, полученный после самовоспламенения, отжигали при температурах 650-1200 градусов промежуточным перетиранием, в результате чего получался мелкодисперсный допированный галат лантана с удельной поверхностью 20 метров в квадрате на грамм. Глицинитратный метод позволил получить значительно снизить температуру и время отжига, необходимый для получения конечного продукта по сравнению с керамическим методом. Глицинитратный метод также синтезирован алюмо-итриевый гранат. Вот он у вас на фотографии, да? Значит, это алюмо-итриевый гранат, тоже полученный глицинитратным методом. Ну, здесь, наверное, понятно, да, что, значит, смешивается не в зависимости от того, какой осадок вы хотите получить, какой нанопорошок, значит, смешивайте в стихиометрических соотношениях нитраты этих солей. Вот в данном случае нитрат лантана, нитрат кобальта, нитрат галлия. И потом добавляете, значит, глицин, да? Ну, значит, я до этого говорила, что это здесь добавлено по стихиометрии 6 молекул, да? Но если, значит, вы добавляете вот это горючее вещество, которым является глицин, добавляете, допустим, в 1,6, в 1,25 раз больше, то, значит, реакция у вас протекает до конца, и вы получите в итоге, вот, допустим, как в этом случае, лантан, кобальт, галлий, оксид наноразмерных порошков, и у вас в виде газов будут выходить азот, СО2 и вода. Да? Значит, чем больше этих газов, тем, значит, мелкодисперсный порошок вы получите. Ну и вот этим методом будет получен алюмо-итриевый гранат, рисунок которого вы видите на этом слайде. Следующий метод печения. Значит, в начале 90-х годов 20 века печений предложил использовать для синтеза неорганических веществ метод, включающий предварительную стадию взаимодействия исходных компонентов в растворе. Как и в глицин-нитратном методе, исходными веществами для синтеза сложного оксида служили нитраты металлов, водные растворы которых смешивали в стихиометрических количествах и добавляли в полученный раствор органическое вещество, которое должно удовлетворять двум требованиям. Во-первых, образовывать комплексные соединения с исходными металлами, да, то, что у нас есть.
и являться органическим топливом. Этим требованием хорошо удовлетворять такие вещества, как лимонная кислота, винная кислота, глицин. Таким образом, глицин-нитратный метод является фактически частным случаем метода печения. В классическом случае в синтезе печений использовалась лимонная кислота. Но синтез печений имеет две разновидности. В первом случае в растворы нитратов добавляют лимонную кислоту, тщательно перемешивают раствор до ее полного растворения. Затем этот раствор упаривают. Далее, в каких глицин-нитратном способе происходит воспламенение смеси с образованием пепла, который отжигает при более высоких температурах с промежуточным перетиранием, в результате чего формируется ультрадисперсный порошок сложного оксида. Это первый случай, да, синтеза печенья. Второй. В раствор нитратов металлов помимо лимонной кислоты вводят этиленгликоль. Раствор медленно упаривают до образования резиноподобного прекурсора, который затем подвергают термической обработке. В ходе синтеза металлические ионы и лимонная кислота образуют хелатные комплексы. Хелаты имеют свободные гидроксильные группы, за счет которых происходит полиэтерификация хелатов с многоатомным спиртом, в данном случае этиленгликолем, вследствие чего достигается равномерное распределение ионов различных металлов в резиноподобном прекурсоре, при сжигании которого и последующей термообработке образуется однофазный высокодисперсный сложный оксидный продукт. Как упоминалось выше, вместо лимонной кислоты можно использовать любое другое органическое топливо, способное образовывать комплексы с металлом. Например, в литературе имеется описание синтеза методом печения нанокристаллического необата лития, где в качестве топлива использовалась мочевина. В результате синтеза, последней стадии которого был изотермический отжиг при 550 градусах, в течение 2 часов получен однофазный продукт с размерами частиц менее 1 микрометра. Ну и преимущество метода печения состоит в том, что он позволяет приготовить сложные составы, обеспечивает хорошую однородность через смешение исходных компонентов на молекулярном уровне в растворе, позволяет контролировать стихиометрию синтезируемых образцов, а также не требует высокой температуры для реализации процесса. Методом печения обычно получают сложнооксидные материалы с размером частиц порядка 100 нанометров. Метод сжигания имеет множество разновидностей. При приготовлении многокомпонентных смесей, особенно смесей различных по химической природе реагентов, могут возникать трудности с удержанием их в растворимом состоянии. Существуют различные способы переведения всех или нескольких компонентов таких смесей в комплексные соединения с последующей сушкой и сжиганием полученных полупродуктов. В литературе описано применение солей карбоновых кислот в целях получения оксидных материалов, что привело к созданию нового направления синтеза – карбоксилатной технологии, успешно развиваемой в настоящее время и являющейся перспективной. Аналогичным способом был получен синтезирован, значит, стронций, висмут, необий, оксиды стронция, висмута, необия из нитрата стронция, оксалата, необата, аммония и оксида висмута с добавлением мочевины в качестве топлива.
Полученное вещество представляет собой тонкодисперсный порошок с размерами кристаллитов 12-15 нанометров и удельная поверхность 13-3 метра в квадрате в зависимости от температуры обработки. Описано также получение И3-барий-2-купрум-2О7 из раствора солей муравьиной кислоты. Применение формиатов для синтеза позволили получить шихту высокой гомогенности и реакционной способности не ниже достигнутой при использовании золь-гель метода. В процессе пиролиза формиатов отсутствует возгонка отдельных компонентов с потерей заданности химического соотношения, которое возможно для нейтральных систем. Значит, это мы с вами разобрали метод печения. Значит, он, в принципе, не требует большого количества какого-то оборудования, да, то есть нужен для этого, конечно, нитратные соли ваших, значит, из того, что из чего вы хотите получить сложный оксидный нанопорошок. Ну и потом вы все это переводите в раствор и добавляете какое-то горючее, которое, во-первых, мы с вами говорили, что оно должно обладать двумя требованиями. Во-первых, оно должно образовывать комплексные соединения с этими металлами, и во-вторых, оно должно быть горючим веществом. То есть, значит, в процессе горения происходит выделение, очень большое количество выделения газов, которые являются диспергаторами при отжиге, да, при сжигании. Ну и следующее мы с вами разберем, это целлюлозно-тканевую бумажную технологию. При синтезе по данной методике бумажный фильтр или чистая целлюлоза пропитываются раствором, содержащим в растворимом соединении все необходимые компоненты. Далее фильтр высушивается и сжигается. Значит, вот она общая схема, значит, образования дисперсного твердого продукта методом целлюлозной технологии. Значит, сырье, значит, которое обрабатывается 70% азотной кислотой, происходит соединение кнехта, значит, обрабатывается водой. Вот когда происходит обработка водой, разрушение комплекса кнехта и образование вот активированной формы целлюлозы. Затем только она пропитывается водными растворами солей. Значит, затем происходит образование интеркалатов соли в целлюлозе, обработка раствором щавелевой кислоты в этаноле, образуется МОЦК вследствие ионообменной реакции. Затем вы проводите термоокисление на воздухе и, значит, сжигаете при 450-500 градусов и получаете мелкодисперсный порошок. Особенно хороший результат получается при использовании структурно модифицированной целлюлозы, которая обладает значительно больше 2,5 раза сорбционной способностью к неорганическим солям. Ну, вот то, что вот здесь вот было сказано. Сначала целлюлозу обрабатывают 70% азотной кислотой, в результате чего образуется соединение кнехта. Вот соединение кнехта – это C6H10O5 на NHNO3, при гидролизе которого вот обработка водой получается структурно модифицированная целлюлоза, а уже затем пропитывают активированную целлюлозу водными растворами солей, содержащими металлы с стихиометрическим необходимым для синтеза соотношением. И вот 1 грамм целлюлозы впитывает приблизительно 1,2 миллилитра раствора.
Использование этанола в качестве растворителя шавелевой кислоты на следующей стадии способствует разрушению гидратной оболочки ионов и ускоряет транспорт молекул шавелевой кислоты вглубь волокон целлюлозы. Казалось бы, на этой стадии должно произойти взаимодействие шавелевой кислоты с ионами металла с образованием оксалатов металлов. Однако рентгенофазовый анализ металлооксалатно-целлюлозного комплекса МОЦК показывает отсутствие фаз оксалатов металлов и аморфизацию целлюлозной матрицы. На этом основании можно предположить, что полученный продукт МОЦК является соединением внедрения. Следующей стадией является сжигание пропитанным раствором и высушенных целлюлозных волокон. В результате термоокисления, которое обычно полностью завершается при 450 градусах, образуется сложный оксид. Волокна целлюлозы играют роль армирующего носителя по отношению к солевым компонентам и препятствуют их агрегации при термообработке. В то же время целлюлозная матрица играет роль диспергатора, образующего оксиды за счет бурного газовыделения при ее пиролизе. Получаемый в результате термообработки МОЦК, значит, это металлоксалат-целлюлозный комплекс, представляет собой рухлые хлопья, сохраняющие фрагментами фактуру исходного целлюлозного сырья и диспергирующий в мелкий порошок. Значит, в литературе описано получение данным методом нанокристаллических твердых растворов цезий кадмия О2 с размером частиц 8,35 нанометров, цирконий с размерами частиц 12-18 нанометров, стронций лантан марганец с размерами частиц 10-12 нанометров. При получении последнего продукта использовалась упрощенная схема, которая отсутствовала стадия. Вот здесь, ну, неправильно просто формула, да? Значит, использовалась упрощенная схема, в которой отсутствовала стадия обработки спиртовым раствором щелочи. Целлюлозу просто пропитывали нитратами лантана, стронция и марганца, высушивали и сжигали. Несмотря на простоту и быстроту этого способа, был получен прекрасный результат. Порошок с размерами частиц 10 нанометров, которые были сгруппированы таким образом, что повторяли форму волокон целлюлозы, матрицы, на которой происходило образование зародышей и рост частиц. Значит, мы с вами вот сейчас рассмотрели целлюлозную технологию. То есть по данной технологии бумажный фильтр или целлюлоза пропитывается раствором, в основном это нитраты, соли нитратов, да, и, значит, затем в качестве, значит, горючего, вот в данном случае это была шавелевая кислота в этаноле, да, и образовали МОЦК, то есть это такой вот комплекс, металлоксалат, целлюлозный комплекс, да, потом проводили термоокисление на воздухе и при 450-500 градусах получали мелкодисперсный порошок. Кстати, когда получали такие порошки, они повторяли форму волокон целлюлозы, то есть той матрицы, на которой был посажен вот изначально этот раствор, да. Значит, следующий метод, мы с вами который разберем, который относится к методу сжигания, это пиролиз полимерно-солевых композиций. Метод основан на приготовлении полимерно-солевых композиций с последующим термическим разложением, в результате которого выделяет большое количество газа,
что приводит к образованию мелкодисперсного продукта. Ну, то есть они все, это все методы сжигания, да? В качестве солевых компонентов используются термически неустойчивые соли органических кислот, ацетаты, формиаты, тартраты и неорганических, в основном это нитраты, бежесульфиды, ну и, конечно, галогениды. Для приготовления полимерной части используют поливиниловый спирт, полиакриламид, метилцеллюлозу. Ну, если рассмотрим подробнее методику приготовления нанопорошков этим методом, на примере синтеза смешанных станатов бария и редкоземельных металлов. Значит, оксид редкоземельных металлов, хлорид олова и нитрат бария в стихиометрических соотношениях помещают в раствор азотной кислоты. Органический полимерный комплекс, давайте лучше я вот так вот сделаю, а вы буду просто вам рассказывать. Значит, помещают в раствор азотной кислоты. Азотная кислота необходима для растворения оксида редкоземельного металла и перемешивают до полного растворения. Органический полимерный комплекс, содержащий ионы бария, олова и редких земель, был приготовлен добавлением в исходный раствор лимонной кислоты и затем этиленгликоля в соотношении 1 к 1. При этом в соотношении количество лимонной кислоты к общему количеству ионов металла составило 3 к 1, что связано с тем, что металлы образуют комплекс с лимонной кислотой состава МК3, М, значит, металл, К, лимонная кислота. После добавления в раствор этиленгликоля проводят нагревание до температуры 100 градусов, при которой происходит образование прозрачного раствора. Затем 200 градусов, при котором идет реакция полиэтерификации за счет взаимодействия свободных карбоксильных групп лимонной кислоты и гидроксильных групп этиленгликоля, в результате чего образуется твердая полимерная резина. При температуре выше 400 градусов полимерная структура разрушается и образуется продукт разложения пепел. Для выжигания из него микрочастиц углерода пепел отжигают при температуре 550 градусов. Обжиг при более высокой температуре приводит к разрушению частиц, но даже при температуре 1200 градусов размер частиц не превышает 30 нанометров. Значит, в литературе также описано получение пиролизом полимерно-солевой композиции твердого раствора барий-празеодим гадолиний О. О3. В данном случае в качестве исходных материалов использовали использовали оксиды неодима, празеодима и карбонат бария. После растворения их в азотной кислоте добавляли этилендиаминтетроксную кислоту, нейтрализовали раствором аммиаком, после чего добавляли полимер акриламид и бисакриламид. Смесь нагревали до 80 градусов. При этой температуре буквально за несколько секунд происходила полимеризация, в результате которой образовался полимерный гель. Гель затем нагревали до полного обезвоживания, после чего отжигали 10 часов при температуре 900 градусов для выжигания частиц углерода и завершения синтеза. В результате чего получали порошок с размером частиц
не более 90 нанометров. Что-то я... Ну, это то же самое. Преимущество метода пиролиза полимерно-солевых композиций. А, ну вот, да, отжигали и получали вот такой порошок. Барий-празеодим, гадолиний, О3. Преимущество метода пиролиза полимерно-солевых композиций состоит в том, что он позволяет синтезировать очень мелкие однофазные порошки, приготовление которых обычно не требует дополнительного отжига или отжиг проводит при умеренных температурах и небольших временах. Размер частиц порошков варьируется от 60 до 100 нанометров. Для данного метода характерна невысокая температура синтеза, он экспрессен, прост в проведении. Вот мы с вами и разобрали пиролиз полимерно-солевых композиций. Значит, этот метод тоже относится к методу сжигания. И на этом у нас методы сжигания мы полностью с вами рассмотрели. Ну, спасибо за внимание.